Так, продолжаем играть Far Cry 3. Сейчас глянем, что там у нас. Нормально. По продаже, я так понимаю, тоже. Так, по навыкам 0 у нас. Ну все, тогда нам следует отправиться на задание компании. Напомню, мы находимся на другом острове. Решила я сюда сгонять. Захватить здесь. Вот, ну тут еще много работы на этом острове. Это выполнять и выполнять. Ну а мы перемещаемся в городок. Вот, сейчас попытаемся выполнить задание. Кстати, вот коктейль Молотова нам тут подсказывают. Да, вот. Часто до меня доходит. Часто до меня доходит уже какая-то полезная информация после того, как я пройду уже игру почти. То есть назревают идеи полезные. Ну что же, так, нам прямо. Здесь еще сейчас соберем контейнер. Может быть, он где-то наверху. Либо внутри. Наверное, вот он здесь, да. Ну, здесь какая-то глубокая покерная фишка. А, понял, все. А, так. Все, бежим. 50 метров нам. Так, что же. Бежим. Видимо, нам нужно пройти через эти ворота. Ну, давай, чтобы использовать, удерживайте. Ну, давайте, сейчас мы тебя используем. Ну что, друг мой, готов к делу? Или нужно подождать? Ведь когда мы начнем, пути назад не будет. Ого! Ничего себе. Это что, последняя миссия, что ли? Блин. Я хотел что-нибудь захватить. Да ладно, да не может быть. Ну все, ностальгия. Так, ладно. Да, 4 миссии нам предстоит. Ну ладно, давай, погнали, так уж и быть. Куда пошел ты, ё? Ты чё отворачиваешься-то, офигел, что ли? Ты готов убить Хойта? Ведь когда мы начнем, пути назад не будет. Да окей, окей, давай, погнали. Что это сейчас было справа? Какая-то хрень. Ну, это как в Dying Light тоже такая. Я спрятал нож в ботинке. Отвлеки его, когда я скажу «сдавай». Да, точнее, понял. В Dying Light, как здесь. А, привет, парни! Входите! Присаживайтесь! Эх. Пятикарточный холдем вас устроит? А? Могу я вам что-нибудь предложить? Хотите поесть? Орешков? Нет. Забавная игра, покер. Спросите о ней на улице, и вам скажут, что все зависит от везения. Но Сэм скажет, что главное — это блеф. Да, Сэм? Я. Но это не так. Главное — заставить игрока играть до разорения. Я поднимаю. Отвечаю. И чё? Опять началось. Ну давай, чё тут надо? Ва-банк, кол, энтер. Кол. Я не умею играть. И чё? Я поднимаю. Ну давай, чё надо? Вон, кол давай. Кол. Я не знаю. Так, отлично. Чё это значит? Так, результат. А, Хойт. Оставляю. Типа мы читер. А, типа. Ага, интересно. Так, а что это делать? Рейс. Поднимаю. Я отвечаю. Отлично. Зашибись. Давлю столько же. Ну, и что делать-то, бляхмуха? У меня больше ничего нет.
Так. Дальше. Справа сейчас напишу. Давай, ва-банк. Сыграем. Отвечу. Я. Ну. Опа. Надо же. У нас одинаковая карта. Давай поднимем ставки. Не возражаешь? Че это было, блин? Фостер? Не умеешь проигрывать? Джейсон Броди? Или как там тебя еще? Уже не помню. Ты считаешь меня идиотом? Продолжим игру. Сдающий слева, так? Думаю, он пропускает сдачу. Так, я видел, как ты встретился с Райли. Я чуть не расплакался. А меня нелегко разжалобить. Признаюсь, я тебя недооценил. Ты пытал собственного брата и уничтожил половину моей компании. Но пусть фишки лягут, как им положено. Я тебя прощаю. Итак, назови свою цену. Все имеют цену. Вы куклы, а мы дергаем за нитки. Так работает вся система. В жопу систему! Тебя плохо слышно. Как человеку семейному. По пальцу за проигрыш. Думаю, я начну с безымянного. В морозилку клади, потом пришьют доктора. Это я не шучу. Теперь мы никогда не поженимся. Ты мог бы стать моим человеком. Получил бы деньги за каждое убийство. Пошел ты! Я не получаю от этого удовольствия. Увы, это так. Нож можно держать и 9 пальцами. Я научился этому до твоего рождения. Ну давай, старик! Прикол, я только что случайно нажал правую кнопку мыши. Джейсон. Ты не навестил своего маленького брата Райли. Где он? Не волнуйся. Я продал его одному типу из Йемена. Он любит молодых. Я убью тебя! А где охранники-то? У меня друзья, они найдут тебя. От тебя ничего не останется. Блин, куда ты промахнулся? Надо было посерединке там. Ты не можешь выиграть! Все карты у меня! Так чего же ты боишься, а? Твой брат уже на аэродроме. Не боишься опоздать на рейс? Я отложу вылет. Ломай ему, давай. Долби! Ну, еб... О, шикарно. Хакусима! Харакири! А где охранники твои? Опять мы в каком-то... Ой, и винтовку достал. В параллельном мире в каком-то... Бери пулемет уж. Сразу. Палец бери, потом пришить можно. Я реально говорю.
Если в морозилку кинуть. Хайли, надо это. Мне нужно на аэродром. Живо! Типа мне еще успеть надо. А вон на аванпост пока сгоняем. Ну ладно, что, конечно. Да у меня вот для тебя сюрприз. До свидания. Ну, 2 очка навык сразу. А что надо делать сейчас? Доберитесь до аэропорта. Куда он убежал-то? Стоп, а на аэропорт нам бежать надо, да? Подождите. Это что получается? Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 ребят. Стоп, ребят, ребят. Подождите, вы что, хотите сказать, что я могу просто так взять и уехать? Это круто, но машину-то бы негде взять-то. У меня нет больше шансов. Отлично, мы вроде его убили. Ну, машины все раздолбанные. Вкалывай наркоту, чтобы полегчало. Вот. Ну, чё за тупизм? Почему нельзя? А, он наверху, наверное, там. Во, давай. Почему нельзя в машину сесть? Что за бред? А, во, нормально, слушай, да. Ну, садись! Это бред, ребят, честно. Почему я не могу ехать дальше? Что за хрень вообще? Ну. А, машина тип сломанная или что? Блин. Все, я понял, ребят, извините. Они сломанные машины. Я просто хочу свалить отсюда нафиг. Не, походу, мне так просто не дадут отсюда свалить. Ни хрена не понимаю, честно. Где тут выход-то? У меня сейчас просунул миссию опять. Ну ладно, ничего страшного. Надо не паниковать. Потому что я боюсь, что они будут здесь резаться, ну, восстанавливаться, и спаумиться люди эти. Постоянно. А мне...